23 апреля был объявлен субботник. Уже не одно десятилетие, один из апрельских дней, вся страна выходит на улицы, чтобы навести порядок. Тем не менее, субботник стал лишь одним из дней всеобщей уборки в рамках санитарно-экологического двухмесячника, объявленного в Заинском муниципальном районе. Еженедельно по средам и пятницам горожане, это работники всех предприятий, организаций, учреждений, школ, детских садов, магазинов, салонов, абсолютно все приводят наш город после зимы в порядок. Очень приятно работать, погода хорошая. Отвыкли от физического труда, поэтому надо немножечко и физически поработать, ну и парк, чтобы стал еще чище, еще прекраснее. Чтобы был город красивый, настроение отличное, погода соответствующая, радость на душе. Все вон собрались, вон на той стороне девчонки все ушли кораблями. За два дня прошлой недели, это пятница и суббота, на уборку вышли 3600 человек. Работала, а именно вывозила мусор и чистила дороги, 46 единиц техники. Всего было вывезено 139 кубометров мусора. Кроме того, побелены стволы деревьев и бордюры, очищены ливневки, намыты витрины и подметены тротуары, очищены придорожные территории. Если за крупными компаниями закреплены территории, то во дворах домов жители сами наводили порядок совместно с ТСЖ. Санитарные дни будут продолжаться до конца мая. В это время также усилен контроль за несанкционированными свалками и частным сектором.